Поздравляем с бронзовыми медалями. Congratulations спасибо. With the third place, with the bronze medals. Краткие комментарии по прошедшему. Спасибо. Short summary about the game. Very difficult game, very emotional game. We know that in the beginning of the match we can control the game, and we scored one goal. And I was angry in the half the time because I saw possibilities to score the second goal, because I know that in the second half will be very, very difficult. But the team, our young team, suffered a lot. Play different style that we play normally, but finally, with a little luck, and we can win this match and finish the league in third position. Очень сложная была эмоциональная игра, и мы предполагали, что вначале сможем контролировать мяч, и у нас будет больше шансов, удалось забить в начале гол, но после этого игра была гораздо сложнее. Могу сказать, что в перерыве я был очень зол на команду и говорил, что во втором тайме соперник будет действовать более агрессивно, и нам надо играть так, чтобы стараться забить второй мяч, играть от себя. Но где-то немного пришлось сыграть не в том стиле, в котором нам было привычно. Где-то за счет небольшой удачи в концовке, наша молодая команда, мы очень хорошо работали, боролись, бились до конца, и в конечном итоге удалось выиграть, занять третье место. Команда у вас молодая, но все ребята высокие, физически крепкие. Вы специально так The team, is young. This is true, but all the players are physically strong. A lot of tall players. Is this the idea of finding the players for our roster or not? No, our idea is prepare the players for the first team. This is the first idea, and the club choose players with physical possibilities to play in the future in Premier League. And also with our style, I like to play position game, to have the control of the game. Today last 30 minutes I cannot do it, but always in, I think, the last 8 matches, we had more than 60% of the possession all matches. And this is one is important. It's not only about the technical, about the physically to play in up division. And it's true that today, in the same day, our first team playoff to promote Premier League. We have all players because our main goal is to help the first team during the matches. But all players that came today, amazing. Our goalkeeper, for example, is the second match they play in all league, and give us this victory with safe penalty. Ну, во-первых, наша главная задача – это, конечно, готовить игроков для того, чтобы они могли выступать за первую команду. И когда мы подбираем новых футболистов, да, естественно, мы ориентируемся на их физические данные, потому что в будущем рассчитываем, что они должны достигнуть уровня, чтобы играть вплоть до Премьер-лиги. И, конечно, кроме этого, мы обращаем внимание на их, в принципе, футбольные таланты, потому что нам важно играть в футбол, играть во владение, играть в позиционную игру. И это в том числе делается возможным, если твои игроки готовы хорошо физически. В последних матчах мы контролировали порядка 60, даже больше процентов времени мяч. У нас было большое владение. Это правда, что сегодня, особенно в последние полчаса, это не сильно удавалось. И также важным фактором сегодня было то, что наша первая команда играла второй стыковой матч за выход в Премьер-лигу. Поэтому мы не могли рассчитывать на всех футболистов, которые на протяжении весны за нас играли. Но все, кто сегодня сыграл, выступили потрясающе. Я, например, могу отметить нашего вратаря. Для него все это была вторая игра за всю весну, и благодаря его сейву нам удалось удержать победный результат. Можно сказать, традиционный вопрос для наших пресс-конференций. Приезжает много команд, много тренеров. Интересно мнение иностранного специалиста. Кто-то критикует наше поле, кто-то говорит, оно лучшее в группе. Как на ваш взгляд? Traditional question, we ask like to all the coaches who arrive here, and especially interesting as you, a foreign specialist, how did you like the pitch? Because someone say it's like the best pitch of the league, someone said it's the worst. Your opinion? My opinion. Next time, if Salut put more water, maybe we can play better football. Okay. I know that all teams try to do the best for his team, but it's a very good pitch, very good grass. But impossible to play without water. Our pitch is difficult because it's artificial. But here, when yesterday came to train, so here we can play a very good match. But we say no, water.
impossible. It's impossible to play three passes in a row. Про поле могу сказать, что очень надеюсь, что в будущем Салют начнет его поливать, потому что в таком случае на нем можно было бы показывать более хорошую игру, более интересный футбол. И хорошая трава, хороший размер поля, но без воды очень сложно. Вчера, когда мы приехали на предматчевую тренировку, было понятно, что поле будет очень тяжелое. Сначала мы обрадовались тому, как оно выглядит, но потом нам сказали, что его не поливают. И это, конечно, было для нас плохим фактором, потому что на таком поле, когда оно сухое, сложно сделать хотя бы три точные передачи подряд. И для нас, в принципе, мы рады размеру поля, потому что наше искусственное и меньшего размера дома. Но здесь, в общем, тот фактор, о котором уже сказал. Спасибо. Знает ли тренер, в какой зоне в золотой серебряной будет его команда на следующий сезон? И оговаривались ли заранее какие-то премиальные за попадание на пьедестал? Do you already know if we promote to gold or silver group? And is there any special bonus for the team for this kind of promotion? No, at the moment no. The players come here, ask for the bonus. They said, I don't know. We have bonus all matches. Different questions, but a special bonus for today, no. But everybody can see that how fight the players don't need bonus. Very young, they want to play in the first team next year. They want to play in superior division, and if cannot go in superior division, it's very important for them to win this match and stay in gold or silver and stay in the same club possibility to play in superior division. У нас какого-то специального бонуса именно за промоушен пока не обсуждалось. Есть, конечно, определенная система премиальных, которая действует весь сезон, но чего-то отдельного про продвижение не обговаривалось. И, в принципе, мы видели сегодня, что наша молодая, хорошая команда, они бились и без этого, потому что основная мотивация – это повышение в классе. Команда очень молодая, повторюсь, и для них очень важно получить шанс играть в более высоком дивизионе, остаться в структуре клуба, иметь шанс сыграть за первую команду. Поэтому и насчет Gold и Silver тоже еще пока посмотрим, там вопросов много. Вот вопрос. Как скажется на вашей карьере непопадание Родины, ну, премьер-лиги? Все так же останется, вы будете руководить клубом? Is there any impact because of first team didn't promote to the Premier Division? Does this have any effect on your career here? I don't know. 100% that everybody wants all players during the warm-up ask about the result of the first team. For the club, will be very important, but our club is a new club. I think it's amazing the second part of the league that did our first team, also us, and after the first match, everybody thinks that the playoff is done, but our players and first team fight and play a really good game, and we need one goal more, but I cannot do it. По поводу себя, не знаю, не могу сказать, но могу сказать, что сегодня, конечно, все игроки, весь наш штаб, мы очень внимательно следили за игрой. Во время разминки все игроки подбегали, спрашивали, какой результат у первой команды. И должен отметить, что, в принципе, для нашего клуба, как клуб наш очень молодой, это потрясающий результат, то, что играли эти матчи, и то, что весной сделала первая команда, это большое достижение. Так же, как и мы, Родина 2, во второй части сезона выступали очень здорово. И в итоге не хватило всего одного гола для победы и выхода для продолжения борьбы за Премьер-лигу. Это очень обидно, но продолжаем работать дальше. Вы провели первый сезон в России. Как можете оценить уровень футбола во второй лиге? И как его можно сравнить с аналогичным уровнем в испанском чемпионате? Segunda B. Your first season here in Russia. What do you think about the level of football in our division? And how is it possible to compare with the same level in Spain? It's difficult to compare. It's different style the teams. But for example, this new division, Gold of Silver here in Russia, in Spain, did 3 years ago, did the same in Spain. The third division, the name is Segunda B, is the second B, had six groups and decide in 1 year to unify in two groups for to give more level. The competitions, and I think it's very interesting this gold of silver division because the level of the teams will increase for sure,
is different. I don't know. 86, tell me. 86. 86. Possibility to go to the yeah, more or less more than 80 teams can stay in second division, and now only can stay I think 30 or more or less, and so the level will increase sure. Что касается стиля, то очень сложно сравнивать, потому что и здесь, и в Испании играют немного в разный футбол. Но могу сказать, с точки зрения реформы, создания голда и сильвера, это то, что тот путь, который мы прошли в Испании, 3 года назад в Сегунде Б было 6 разных групп, и за один сезон в итоге сделали 2. Это, конечно, сказалось на повышении общего уровня. И думаю, здесь голд и сильвер – это хорошая идея, и 100% будет расти уровень команд и соревнований. То есть, если сейчас в топе второго дивизиона было там порядка 80 команд, то, наверное, сейчас, но мы там где-то можем немного путать сейчас количество, чуть на эмоциях, порядка там, ну, Gold и Silver, сколько, не знаю, 30, 40, сколько там? 20-10. Нет, ну, тем лучше. Золото 10. Yeah, only 20, okay. Okay. Ну, в любом случае, да, если так, то это и даже и лучше, в общем-то, большая конкуренция, их повышение уровня, так что... Yeah. Чуть меньше, но чуть лучше. Чуть меньше, чуть little bit less, so, ребята, a little bit more highlight. Okay, the last, sorry, the last I want to say because I feel it that congratulations, salute, not only for staying in the fourth place. I think in this second part of the season, our team and salute played the best game, and Salute did amazing second part of the season, so congratulations, the team. Да, от себя хочу сказать, потому что чувствую, что это действительно так, и это важно, что поздравляю Салют с результатом, и дело не только в том, что удалось удержаться в верхней части таблицы, но в принципе могу отметить, что весной Салют и мы показывали лучший футбол, поэтому мои поздравления вам и всем спасибо. Спасибо. Спасибо.